Уровень инфляции в Германии поднялся до рекордных 10%. Президент Федерального статистического ведомства Германии Георг Тиль заявил, что самая главная причина инфляции кроется в росте цен на энергоносители. Однако сейчас стали фиксировать повышение стоимости и на многие другие товары, например, продукты питания, такие как масло, молочка, мясо, яйца. Они подорожали в среднем почти на 19%. Медицинская ассоциация Германии призывает надеть маски в транспорте и закрытых помещениях. Специалисты советуют использовать защиту типа FFP2, которая лучше защищает от бактерий и вирусов. Осенняя волна COVID вступила в активную фазу. В некоторых регионах Германии больницы уже столкнулись с нехваткой коек в реанимациях. К другим темам. Каждая пятая остановка на немецких автомагистралях не прошла проверку качества. Так, в 28% зон отдыха эксперты обнаружили плохое и очень плохое состояние санитарно-технических помещений. Проверили и доступность остановок для людей с ограниченными физическими способностями. Почти 80% мест отдыха лишь частично оборудовано для людей с инвалидностью. Плохие отзывы получили треть остановок по критерию личной безопасности. Кроме того, более половины мест на парковках были плохо или недостаточно освещены. В Германии стремительно дорожают цены на авиабилеты вместе с увеличением производственных затрат, а также из-за последствий пандемии коронавируса. Самолетов осталось мало, персонала в авиакомпаниях постоянно не хватает, а тот, который есть, требует зарплаты побольше. К тому же керосин для заправки значительно вырос в цене. Страховщики прогнозируют среднегодовой рост цен на билеты на уровне 21%.